Добрался домой. Брачанин Александр Коваленко все-таки доехал до дома. Сегодня в редакцию телекомпании «Город» позвонил друг Александра и сообщил, что молодой человек благополучно добрался в Братск, но до сих пор находится в шоковом состоянии, поэтому не выходит на связь с журналистами. Напомним, молодого человека заметили в Нижнем Новгороде. Он сидел без денег и еды много дней у одного из магазинов города. Говорил, что работал вахтовым методом, собирался купить билеты, чтобы добраться в Братск, но что случилось потом, не помнит. Скорее всего, на него напали и забрали документы и заработанные на вахте деньги. Дозвониться до родных не получилось. Благодаря отзывчивым жителям Новгорода о проблеме Александра через социальные сети узнали на родине. Фотографии братчанина и просьбу о помощи перепостили больше сотни пользователей социальных сетей в Братске. В итоге Александра узнали родственники и выслали деньги, чтобы он смог приехать домой.